канун Нового года, 13 числа в 18:30, откроется выставка под названием «Все хорошо», где будут представлены работы Нины Андреевны Барановой и мои, художника Леонида Баранова. Будут представлены ретроспективные работы с 80-х годов и до сегодняшнего дня. Мы с мамой писали и пишем картины. Мама умерла год назад, и поэтому это важно сделать какую-то такую не итоговую, но выставку, в которой будет отражено творчество моей мамы. А мои работы многим знакомы. Я рисую бабушек и дедушек в течение 20 лет. Такой проект достаточно интересный, который рассказывает о жизни русских людей, которые живут в любви и радости и доживают до глубокой старости. Эти работы есть смысл посмотреть. Всех приглашаю, тем более, что скоро Новый год, и пусть будет новогоднее настроение у вас, будет украшено этой выставкой.